Китае с новой силой разразился скандал вокруг ученого, который якобы смог впервые создать генетически модифицированных детей, изменив их эмбрионы. Об этом сам Хэ Цзянькуй заявил в конце минувшего года. Как утверждает издание «Телеграф», теперь ему грозит смертная казнь. Исследователя вроде бы держат под стражей в городе Шэньчжэнь. Интересно, что сам он физик, а значит, ему должны были помогать коллеги или сообщники, как решит суд. Обвинения могут пройти по статье «Коррупция». Вопрос, откуда ученый получал финансирование, а также имел ли право продавать свои разработки. Конечно, в системе здравоохранения КНР о его экспериментах не знали. Одиозный ученый утверждает, что его цель – создать иммунитет детей к ВИЧ. И якобы такие близнецы девочки уже появились на свет, и протекает еще одна беременность с измененным эмбрионом.